Привет, абитуриент! Подать документы онлайн очень просто. Это можно сделать с телефона, планшета или компьютера. Заходим на сайт АГАСУ и кликаем на баннер «Личный кабинет абитуриента». Чтобы зарегистрироваться в личном кабинете абитуриента, вам необходимо нажать на ссылку «Хотите подать заявление? Зарегистрируйтесь», а также внести адрес электронной почты, пароль, паспортные данные и принять согласие на обработку персональных данных. На указанный адрес электронной почты будут приходить уведомления. Поздравляем! Вы успешно прошли регистрацию. Следующий шаг – заполнение анкеты. Внести недостающие данные, приложить скан копии документов. Не забудьте прикрепить согласие на обработку персональных данных. Куда ты подаешь документы? Ступень среднего профессионального образования. Ступень высшего образования, специалитет или бакалавриат. Ступень высшего образования, магистратура. Образовательная программа высшего образования, программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Выбираем приемную кампанию. Если ты поступаешь на ступень высшего образования, заполни раздел «Вступительные испытания». Внеси результаты ЕГЭ по необходимым предметам – русскому языку, математике, физике, обществознанию или информатике. Следующий шаг – внести данные об образовании. И не забудь прикрепить скан копии документа об образовании. Индивидуальные достижения, если у тебя есть. Подробнее с перечнем индивидуальных достижений ты можешь ознакомиться на сайте университета в разделе «Приемная кампания 2020». Выбираем направление подготовки. Не забудь нажать кнопку «Подать заявление». Уведомление о проверке или отказе в принятии заявления придет на электронную почту, указанную при регистрации. После уведомления об успешной подаче заявления необходимо зайти в личный кабинет в поданное заявление, распечатать бланк заявления, подписать и прикрепить его, нажать кнопку «Обновить заявление». Поздравляем! Вы абитуриент АГАСУ. Всю актуальную информацию вы можете найти на официальном сайте университета в разделе «Приемная кампания 2020».